О чем говорит размер объектива твоего друга? Тут все просто. Размер объектива зависит от фокусного расстояния, то есть как широко или узко он может снимать. Такая характеристика называется фокусным расстоянием. Чем цифра меньше, тем шире угол и больше всего попадает в кадр. И наоборот, чем больше цифра, тем уже угол и более плотный кадр. В этом и вся разница. 200 мм больше по размеру сильнее приближает, 50 мм маленький и легкий. Поставь лайк этому видео, ведь ты узнал.